Не успел разобраться с одной посылкой, пришла другая. Вот, тут сходил, забрал. Вот она пришла и рама. Ну, конечно, в таком пакетике. Вот. Ну, что ж, сколько стоит, настолько и пришла. Пятидюймовая пришла хоть в коробочке. И там пластиковых, то есть в этих пакетах полиэтиленовых. Ну что тут? Вроде бы как, ну, надо углы. Углы надо зачищать. Вот. Юсидо. Вот как-то у меня все пошло там. И полетники, и рама от Юсидо. Вот. А, не, вырезано. Ну, посмотрим. Это под аккумулятор. Вот эти все запчастюльки. Вот стоечки. 2, 5, 6, 7, 8. 8 есть здесь. Ну, в общем, тут, как и везде, ни одного демпфера не дает. Стойки, винтики. Ну, сейчас пересчитывать я не буду все это дело. Когда соберу. Ну, естественно, снимать сборку рамы я тоже не буду. Достаточно этих сборок в интернете. Марк 4. Это рама Марк 4, 7-дюймовая. Но я что-то смотрю. Ну-ка, сейчас с 5-дюймовой сравним. С 5-дюймовой сравним. Да вроде бы как чуть-чуть подлиннее, да? А меня интересует тушка. 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 Тушка тоже. Чуть-чуть. Что-то она немножко не такая, да? Это нижняя? А, это нижняя часть. Пардон. Вот верхняя. Вот верхняя. Или? Или нет? Нет, чуть-чуть. Буквально чуть-чуть на какой-то сантиметр. Буквально на сантиметр длиннее. Да. Вот из-за этого сантиметра придется. Видите, 5-дюймовый. Вот она. Вот. Ну, тут вот сантиметр. Вот она. Вот так, если. Даже, может быть, меньше. Ну, сантиметр, да. Возьмем здесь. Вот он. Да. Да, ну вот. Сантиметр. В общей сложности. Вот он, сантиметр. Да, не намного разницы. Ну, в общем, как-то так. Будем собирать. Но уже завтра. Сегодня поздно. Сегодня поздно.